несвоевременность. Господь подогнал нам события с пятого уровня бытия, а ты все спишь. Он надул воздушный шарик события, плотной и мощной универсальной энергией творения, чтобы ты почувствовал и не прошел мимо. А ты почувствовал? Но вместо того, чтобы построить новую жизнь и материализовать эту энергию, ты решил спустить ее через тонкую соломинку времени. Теперь вся энергия вытекла, и осталась пустая форма. Бедный пятачок. Я хотел подарить тебе замечательный шарик. Он был большой, очень красивый. Бедный Ая. И эта тряпочка, все, что осталось от шарика. А какой у него был цвет? Ая. Зеленый. Ая. Мой любимый цвет. А какой у него был размер? Пятачок. С меня? Ая. Мой любимый размер. Несвоевременность.